Всем привет, с вами Вика, и это канал Академия Порядочных Парней. И сегодня мы поговорим о большой потере в музыкальной индустрии. И вы уже догадались, о ком идет речь. 18 июня 2018 года в городе Майами на Джосе, более известным как XXXTentacion, было совершено покушение. Он возвращался из мотосалона, когда двое во всем черном подбежали к машине. Один из нападавших в красной маске несколько раз выстрелил в артиста, после чего забрал сумку Louis Vuitton и скрылся с места преступления. На данный момент поймали только соучастника, который был водителем и закупил все нужные вещи для ограбления. Двое еще в розыске. Но давайте теперь поговорим о самом Эксе. Этот парень был одним из лучших музыкантов на сегодняшний день. Тяжело его назвать рэпером, хотя свой музыкальный путь он начинал именно с этого жанра, так как был разносторонним исполнителем. Все свои чувства внутри он изливал в треке. Чтобы вы понимали, какая это была значимая фигура в музыке, его альбом Seventeen прослушали более миллиарда раз, и это только на Spotify. Мы выделили 10 лучших треков Экса по нашему субъективному мнению. Открывает наш список песни с летним настроением, где часть песни исполняет на испанском Рио Сантана, а вторую часть сам Экс. Получилось круто, и это однозначный хит для вечеринок. Лайтовой и спокойной песни мы переключаемся на трэп с очень жестким дисторшеном. Это одна из первых работ Экса. На очереди песня про любовь, в котором исполнители просят свою вторую половинку не бросать их, потому что без них они не могут жить. В этом треке Экс страдает от того, что его возлюбленная меняется, и не понимает, почему она стала совсем другой. Скорее всего, Экс имеет в виду, что из милой девушки она превратилась в суку. Печально, что трек Save Me большинство не восприняли всерьез. В этой композиции он просит помощи у людей, дабы его спасли, так как он чувствует, что скоро умрет. И, к сожалению, эти чувства стали реальностью. Душераздирающий трек. So save me. Как все мы знаем, Экс совершал многие ошибки в жизни, и он этого не скрывает. И в песне «Нам» он говорит, что он утопает в своих слезах, когда причиняет боль. Последнего альбома Moonlight, в котором он в очередной раз просит помощи, потому что сходит с ума. Открывает нашу тройку трек, который Экс посвятил своей подруге, которая совершила самоубийство из-за депрессии. 18 мая 2017 года, когда Экс впервые рассказал о Джусалине на своем прямом эфире в Инстаграм, он поведал нам о том, как сильно повлияло на него ее самоубийство.
Это была разрушительная ситуация, с которой мне пришлось столкнуться. Это так сильно повлияло на меня, что я не был в социальных сетях в течение последующих нескольких дней, за исключением обращения к тому, что мне действительно было нужно. Я никогда не думал, что почувствую что-то о ком-то, кого я едва знал, что меня это так сильно удручит. Джоселин Флорс получил мультиплатиновый статус. Ну и куда же без трека Look at Me в нашем топе? Этот бенгер стал прорывной точкой в его карьере, после чего он набрал колоссальную популярность. Закрывает наш топ песня Set. Мы считаем, что это его главный и лучший трек за его карьеру. Отличная музыкальная составляющая. Особенно хотим выделить инструментал песни. Давайте насладимся этим шедевром. Напиши в комментариях свою любимую песню «Экстатасиона». Как сказал Экс в Твиттере, не буду злиться, если умру прямо сейчас. В конце концов, моя музыка будет жить. И это верно. Экс показал, каким можно быть разным в творчестве. Этой десяткой мы хотели бы показать, каким мог быть этот человек. Грустным, агрессивным или веселым. Для него не было рамок. Парню было всего лишь 20 лет, и он добился огромных высот. Хотя до конца свой потенциал он не раскрыл. Цените свою жизнь, каждое мгновение, говорите своим родным, как сильно вы их любите, потому что никто не знает, что будет завтра. Спасибо тебе за все, XXXTentacion.